И всем привет, ребят, с вами Мистер Вайк, это Писун Новый Ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен информационной, имбалансной, нагибаторской тематике. Сегодня вместе с вами мы находимся в нашем спецаккаунте. Сегодня будем тестировать те предметы из киберспортивного танкофонда, которые, скорее всего, в этом танкофонде не будут набиты. Нам выдали на спецаккаунте Хантера Смоки GT, а также драйвер на корпус. Ну и сегодня я попробую все это дело протестировать, посмотреть, как это дело будет работать, посмотреть, в каком балансе у нас находится Смока. Хантер вообще выглядит каким-то супер маленьким, если честно, как будто я на каком-нибудь Васпике. Какие-то супер маленькие колесики, хотя, по идее, размеры должны быть намного больше. Ну и одеваем ко всему этому прочему новый драйвер, который в нашем танкофонде. Так, что у нас вообще по танкофонду? 17 миллионов. Смока GT у нас появляется на каком? На 9-м. То есть смока у всех будет. Хантер появляется на 29 миллионах. И драйвер на Хантер появляется на 39 миллионах. То есть ни Хантера драйвера, ни самого Хантера скина, скорее всего, в этом танкофонде мы не набьем. Но раз у нас есть возможность все это дело протестировать, то почему бы и нет? Почему бы не попробовать? Почему бы не посмотреть на работу этого замечательного контентика? Так, и по устройству я хотел бы, наверное, сегодня взять упорядоченную как раз-таки боеукладочку, которая на смоке очень вкусно работает. Ну и пикаем быстрый бой, посмотрим на эффективность Хантера с драйвером. И дополнительно мы будем играть, конечно же, на кризисе. То есть это у нас кризис плюс драйвер. И посмотрим, как это будет все дело работать. Насколько вкусненько, насколько эффективно и насколько контентово у нас все это дело залетит. Ну а вы, конечно же, ребяточки, не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, на 15 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливаете мой личный так тимп, ну и дальше оформляете покупочку в магазине и заполняете форму, которая есть в описании. Так, нас запикивает в осаду. В осаду на перекресток. В принципе, шикарная карта для реализации как раз-таки Хантера. Но что касаемо смоки, то смока, конечно, на расстоянии работает крайне-крайне не круто и неэффективно. Поэтому ее в этом плане реализовать, наверное, будет тяжеловато. Но посмотрим. Посмотрим, как у нас все это дело залетит. Посмотрим на этот контентичек. Так, со мной уже здоровается. Привет, напишем бойцу. Так, ну и точка у нас захватывается. Точечка захватывается. Попробуем сейчас что-нибудь здесь интересненькое раскрутить. Раскручиваем. Раскручиваем контентик. Так, и теперь наша задача будет с Одисом уже врываться в противника. Полторы минуты мне понадобилось, чтобы накопить овердрайв на Хантере, что является, если честно, ну, довольно длительным моментиком. Оуди на троих. Хороший, вкусненький Оудис на три танчика. Запихиваем в оппонента. Так, ну и смотрим. Минута 11-10 у нас начинается, грубо говоря, копиться новый овердрайв. Посмотрим, за сколько вообще накапливается овердрайв у нас на Хантере. Понятное дело, что я как бы на смоке, которая особо сильно здесь не нагибает. Хотя, ну, хотя в моменте, наверное, даже и может быть и нормально по работе давать. Так, ну и можем, в принципе, точку тоже под захватик остаться, чтобы дополнительный процент, нифига себе, 30 практически процентов овердрайва с захватом мне насыпало. Так, ну и пробуем здесь уничтожать оппонентов. Меня довольно быстро набривают. И я улеталово делаю на респаунчик. 70% овердрайва. Грубо, короче, минуту, наверное, где-то у нас овер Хантера будет копиться. Где-то около минутки, по ощущениям. Так, сливаем еще одного. Да, как раз у нас 11-10 было. Ну и вот 98%. Да, грубо говоря, короче, одну минуту накопления овердрайва Хантера у нас происходит. В принципе, наверное, неплохо. Когда ты каждую минуту можешь иметь овердрайв, это больше 10 овердрайвов ты можешь поражать за бой, если быстро их будешь прожимать. Это очень эффективно для как раз-таки заданочек. Ну и это уже
одни из последних драйверов. Да, соответственно, у нас скоро должны уже наконец-таки появляться новые устройства на корпуса с новыми дронами. И должны заканчиваться как раз-таки вот эти вот самые замечательные драйверочки. Так, с Вадейлом мне тоже здесь дают. 14-4, шикарный счет. Лоу это смока, тоже очень хорошо себя показывает в рамках матчмейкинга. Очень хорошее устройство. Мне оно очень импонирует. Я на нем играл на мегадонатном аккаунте. И скажу, что реально она выглядит очень и очень достойненько. Так, Хантер овердрайв прожимает. Я, к сожалению, против его Одиса ничего не смог сделать. ХПшки мне не хватило. 90% овердрайва есть. Наш тиммейт сумеет ли захватить точку? Да, успевает захватить точку. Так, и овердрайв у меня теперь появляется. Титан ставит ту поляру, которую мы сразу же вкусненько играем. И уносим этот куполочек. Шикарно, когда вот так вот купола ставятся. Можно сразу же подврывалову сыграть. И быстренький контактичек оформить. Так, Васпик по ощущениям меня именно здесь и ждал. Чтобы я его быстренько приехал и слил. Так, ну и 3-0, ребят. 3-0, 8,5 минут до конца. 17-6 у меня счет. Шикарный еще счет вообще для Хантера Смоки в таком бою. И это явно не предел. Явно не предел. Здесь можно дать еще более плотненького контактика. Крусейдера есть оверка. Будет ли он ее сжать? Вот в чем вопрос. Мне пока что не жмет. Тиммейты что-то как-то мне тут не хотят помогать. По ощущениям. Один соло на точке стою. Но и меня здесь набревают. Хоппер немножко не успевает. 60% овердрайва у меня уже имеется. Пробуем сейчас еще быстренько овердрайвик накопить. И... ну, ворваться во всю эту движуху вкусненькую. Попробуем сейчас сливалову какую-то оформить. Так, и можем даже немножечко на подпушинг сыграть. Можем чуть-чуть более агрессивно сыграть. Молот у нас 3 выстрела разряжает свои. Я его с двух смог сливаю. Хантеру тоже здесь можно накидочку плотненькую оформить. Самое удобное сейчас на Хантере это то, что от него... ой, от Хантера говорю, от смоки резистов нет. Если бы от смоки было бы большое количество резистов, то она бы, я думаю, чтобы вообще не работала эффективно. А, так тут у нас еще и по этим, по ГС-кам очень вкусненько закинуло здесь. Ловых ГС-ок против нету. Тогда, в принципе, я не удивлен, почему смока себя так вкусненько показывает. Ну и резов нету, да, поэтому здесь эффективность этой смоки, она очень хорошая. Так, падаем в 0.5-ик, падаем в полный минус. Ждем купола, кстати, от противника. По идее, в принципе, он уже должен появляться у него. Смотрим, где там этот титан. Либо он вышел уже с карты. Я как-то не вижу этого титанчика вкусненького, у которого были куполишки. Так, ну и мы, в принципе, можем врывалову какую-то сделать. Сюда, например, под противничка. Вот так вот вкусненько делаем. Сразу двоих на набревальчик. И здесь еще мне сводянку хотят дать. Спинку. Бомбочка залетает, тиммейты сейчас все уедут. Нет, не все. Кто-то выживает. Ну и мы точку забиралову делаем. Хорошо, шикарно, бомба. Все четко в этом плане. Красивенько. Красивенько, красивенько. Держимся, держимся. Еще у нас получается 6 минут и 2 точки остаются до конца. Скорее всего, эта каточка будет с досрочкой. На кризисе Хантера Жига с приваренной башней играет на кризисе. Я в шоке просто уже. Вот это я понимаю, матчмейкинг дает возможности игрокам. Ну, не матчмейкинг как бы дает возможности, но возможности то, что у даже таких бойцов есть уже кризисы. Фулл качанные, наверное, даже. Это, конечно, очень жестко. Так, у нас есть овердрайв. Нам было бы шикарно его куда-нибудь реализовать. Например, вот сюда под респик. 5 секунд ждем. И вот так вот обжимал его. Просто в идеальнейший тайминг под нулевой урон. Даю ему этот контактик. И теперь наши тиммейты должны, по идее, захватывать эту точку. 27-10. Шикарный счет. Шикарный счет под эту катку. Так, я еще... нет, к сожалению, к точке не успеваю. Как бы к точке бы успел бы. Ой, Хантер. Как же он читал этого ареса. Как же жестко он читал этого ареса с его овердрайвом. Как же он понимал, что ему надо вот этот контактик воткнуть. Прям было идеально в этом плане все сыграно. Сыграно было просто идеально. Так, ну и теперь мы должны чуть-чуть накидик дать по
другим оппонентам. Сосуля у меня не залетает. Так, и наши тиммейты начинают захватывать ластовую точку. Для того, чтобы мне получить последний Оудис, надо быстренько парочку-тройку киллов оформить. Успеем, по идее, еще один овердрайв, наверное, прожать. Так, два килла есть. Третий, хорошо. Контактик и ласткилчик. Ласткилчик под овердрайв. Ласткилчик под Оуди. 95. Нет, к сожалению, чуть-чуть я не успеваю, чтобы получить еще один овердрайв, еще одну реализацию контентовую сделать. Но в целом, Хантер овердрайв очень эффективная вещь. И если, как я уже сказал, 10 овердрайвов вы можете прожать за бой, то это очень и очень неплохая плюсовая темка. Что касаемо спинов, то они, в принципе, мне никогда, не так, чтобы прям нравятся, там не нравятся. Для меня скины не являются таким каким-то неотъемлемым в нашей игре. Но в целом выглядит, наверное, неплохо вот с таким танкоиновым танком. Вот так вот. Это контентово все может выглядеть. Пишите, что вы думаете по поводу скинов. Пишите, что вы думаете по поводу драйвера на Hunter. Поддержите данный видос лайками, если вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и пишите, что вы думаете по этому поводу. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.